Внимание, эта игра содержит сцены насилия. Приветствую, друзья, с вами я, Валерий Хаус, и продолжаем проходить Resident Evil, классический, первую часть, на уровне сложный, на уровне сложности измененная. За компанию за Криса Редфилда. Так, что у нас? У нас осталась одна дверь, для которой нужен ключ, шлем. Как раз сейчас туда и отправимся. Так, Хантер. Три патрона на тварюгу надо. Дробовика. Еще одна травушка тут есть. Ключ нам больше не нужен, выкидываем его нахрен. Какая-то дыра в топке. О, мы снова встретились. Куда в переросток? Что, начнем битву? Тварь-то ядовитая. Ай, ёпта. Нафиг. Патроны кончились, блин. О, сдох. Отлично. Закромсали тварюгу. Оставил кусок говна. Так, пойдем. В рум сбегаем. Для начала. Потом уже будем спускаться в дырку. Зарядим магнум. Как черт этот магнум? Ставим его здесь.
возьмем лучше аптечку. Походим с пистолетом. Так, со змеей покончено. Идем дальше. Прыгнем в бездну. Посмотрим, что у нас там в дыре находится. Ничего не видно. Хотите прыгнуть туда? Конечно, я всегда прыгаю в ямы. Это мой стиль жизни. Внизу есть кнопка. Хотите нажать ее? Да, и на кнопки я постоянно нажимаю. Люблю прыгать в ямы и нажимать на кнопки. Здесь лестница. Хотите спуститься? При всем при этом я спускаюсь по лестнице. Рептилия недоделанная, блин. Так, чуваки. Камон. Что так? Такой. Ну что ты не целишься-то в него? Дурак. Ну, хоть башку снес. То радует. Патронов немного истратил. Замок открыт. Так, что-то блестит. Ключик. Возьмем ключик. Духовка. Очень ржавая и, кажется, не работает. Слой пыли, вероятно, давно не использовался. Блин, заставку выключил. Вот я тупанул. Ладно. Ладно, ладно, чувак. Хрена такой живучий. Слышь ты. Сдох. Куда ты вышел, дебил? Извиняюсь, что ругаюсь. Что-то я сегодня на взводе на каком-то. Патроны истратил, блин. Блюдок. Черт, придется аптечку жрать.
сдохли. Справился с этим уродством. Оп, патроны. Патроны, патроны. Ну что ты не берешь-то эти патроны, а? Че ты не нужны, что ли? Такс. Взяли. Отлично. Пошли дальше. Такс. Пойдем сюда, посмотрим, что у нас тут. Ой. Так, ладно. Вернемся сюда. Походу, улица какая-то. У нас аптечка. Пока брать не буду. Так, зомбари. Слышу зомбарей. На тебе. Ящик стола закрыт. Использовать ключ стола. Опа. Патроны для магнума. Так, пока нет. Оставлю это здесь. Башку-то сноси ему, что ты? Еще живой, падла. Че-то какие-то они вообще живучие твари стали. Так, альбом. Raccoon Times, 27 мая 1998 год. Нападение зверя. Женщина растерзана. 20 мая около 10 часов вечера на левом берегу мраморной реки в районе Сайдер города Raccoon прохожим был найден труп 20-летней женщины. Полиция Raccoon предполагает, что это было сделано гризли или другим зверем из-за следов зубов, оставшихся на ее искалеченных руках и левой ноге. Так как на ней остался ботинок с шипами на уцелевшей ноге, несчастье случилось в горах Арклы, и труп потом попал в реку. Полиция принимает все меры для опознания девушки. Raccoon Weekly, 16 июня 1998 год. В горах Арклы и монстры. Несколько человек утверждают, что они видели монстров в горах Арклы. Монстры размером сравнимые с большой собакой и держатся стаей как волки. Конечно, это похоже на группу обычных диких собак, но эти монстры необычно жестокие и причиняют большой вред. Люди сообщают также, что эти собаки не будут нападать на вас, если вы не останетесь в горах Арклы на длительное время. Но если вы ищете приключений, проверьте. Raccoon Times, 9 июля 1998 год. Тайна гор Арклы. Дорога в горы блокирована. Из-за постоянных нападений городские власти решили блокировать дорогу в горы. В то же самое время полиция собирается начать поиски пропавших их людей с помощью команды Stars. Это довольно трудно из-за обширной площади, занимаемой горами Арклы и труднопроходимого леса. Все еще поступают сообщения от видевших монстров в горах. Вот так. Ясно, понятно. Разные книги.
патрончики от пистолета. Тоже нормуль сойдет. Так, лента. Пока нет. Батарею возьмем. У меня такое предположение, что придется возвращаться. Да-да. Много книг по химии. Много книг по химии. Это кнопка, вы хотите нажать ее? Да я же что терять-то? Здесь что-то стояло раньше. Так, я вас понял. Не дурак. Лежит книга. Вы хотите взять книга один? Что за книга один? Ничего важного. В книге была спрятана медаль. Медаль орла. Медаль из первой книги гибели. Так, все, больше нет ничего. Так, ну что я хочу сказать? Наверное, надо вернуться. Выложить батарею. Медаль. Потом возвращаться сюда обратно. За патронами. Надо проверить следующую комнату. Так. Блин, не взять, да? Ладно. Черт с ним. Лифт находится на другом этаже. А если вызвать, почему? Никак. Так, замок открыт. Ух ты, ёп. Ёпте мать. Ребята, не до вас. Так, выкладываем это, выкладываем это. Так. Сейчас
взять магнум. Что ли? Да, сделаю так, наверное. Дробовик и магнум. Вот так. Думаю. Так. Наверное. Да, аптечка. Аптечку не буду брать, наверное. Бежать опять через этих чудо-ящеров. Ах ты козел, а? Цепанул все-таки. Нафиг послан. Так, что у нас там? У нас остается так, сюда. Сейчас соберем аптечки сначала, да? Ах ты козел, а, блин. Ублюдок. Тогда тоже да. Туда же. Так, комбинируем это. Там зеленую травку возьмем и так скомбинируем. Че там, пусто что ли? Так, парень. Да, это нормально или нет? Дверь закрыта, блин. Чё сюда пёрся? Пипец, короче. Так.
Одного. Так, что-то не понял. Не туда пошел. Да твою мать, а? Так, лента. Теперь возвращаемся обратно. Сейчас опять этих засранцев надо пробежать, чтобы не цапнули, бля. Это ж они такие сволочи, бля. Успел. Так, где у нас там патроны магнума, гранира. Так, лента у нас еще есть. Есть. Смотри, 5 штук. Гранира. Все, сохраняемся. Ну все, на этом я прощаюсь. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. До новых встреч. Всем пока.